Десятки пожарных сегодня утром собрались на стадионе «Олимпийский». ЧП не случилось. О том, что объединило борцов с огнем, смотрите в нашем следующем репортаже. Вокруг пожарные. Они куда-то бегут, поднимаются по штурмовым лестницам и обходят препятствия. Только вот дыма, как и огня, не видно. Торопятся огнеборцы не на пожар, а к финишной черте. В нашем городе проходят всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту. Повышенная концентрация сотрудников специальных подразделений противопожарной службы в районе стадиона будет наблюдаться в течение 3 дней. За это время около 20 команд из разных регионов страны выяснят, кто быстрее и лучше всех преодолевает полосы препятствий, развертывает пожарный рукав и взбирается по отвесным стенам. Внимание! Эти соревнования особо приближенные к боевым условиям. Ту же самую работу эти ребята выполняют и при боевой задаче. Этот спорт сильных, мужественных людей, которые в любой ситуации могут пожертвовать собой ради выполнения поставленной задачи. Наш регион на этих стартах представляет команда специальной пожарной части номер 17, которая охраняет Химпром. Что ж, у прикладников Чувашии отличные шансы. Прямо на наших глазах один из представителей нашей команды обошел соперников на так называемой штурмовке. К этим соревнованиям мы уже готовимся целый год. Как бы мы знали, чтобы они пройдут именно в нашем городе. Уже как бы с 2007 года не было у нас соревнований в нашем городе. Вот поэтому нужно было ответственно подойти к соревнованиям, тренироваться. Как бы все уже знали. Как бы все равно говорят, что на своей земле легче выступать, но когда вот свои зрители, все равно переживаешь, волнуешься. Больше, наверное, чем даже когда выезжаешь в другие города. Некоторым победить помогают не только тренировки и сноровка. Приметы? Ну, не бриться. Не бриться. Вот. До соревнований. Да, как хоккеист, как боксер, то же самое. У спортсменов, которые лучше всего проявят себя на этих соревнованиях, есть шансы попасть в сборную России. Победители также ждут призы. Но сами участники признаются, лучшая награда – это спасенные на пожарах жизни. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика.